Добрый день, дорогие друзья. Добрый день на нашем канале. Каждый день добрый день. Канале о жизни нашей семьи, интересных путешествиях, вкусной еде, добрых, хороших, позитивных людях. Меня зовут Олег. Наша семья продолжает свой отпуск в Анапе, в отеле Sea Breeze Resort. Ну, конечно, как я говорю, что это Анапа уже ближе к Витязева, но это не отменяет того, что все-таки это Анапа, во-первых, и во-вторых, это отель, работающий по системе, все включено. Мы впервые поехали в России в такой отель, было очень много переживаний, поехали, ну, в том числе из-за нашей дочки, ей 2,5 года, уже немножко побольше. Ну и хотелось, чтобы было полноценное питание. Много читали, слушали рекомендации друзей. Конечно, здесь мы оказались больше по рекомендации друзей. Сейчас мы уже отдохнули здесь 10 дней практически и решили снять полноценный сюжет о питании. Как же кормят в отеле Sea Breeze. Покажем сегодня в течение одного дня, пятницы, 20 сентября, завтрак, обед и ужин. Что происходит здесь между завтраком, обедом и ужином. В общем, пойдемте, будем смотреть. Я думаю, это будет интересно многим. Я специально встал немножко пораньше сегодня. Не потому, что такой голодный. Я, в общем-то, хочу показать вам ресторан. Пока здесь меньше людей, хотя людей мало не бывает никогда. Сразу хочу сказать, что это отдельно стоящее здание. Кухня находится отдельно. И это большой плюс. Наверное, конечно, это не плюс для девушек и парней, которые здесь работают, потому что им приходится курсировать по улице. Но для нас, для жильцов отеля, это большой плюс, потому что само помещение столовой, ресторанной зоны находится отдельно. И это, конечно, помогает тому, что запахов от кухни там нет, и, в общем-то, мы уже оценили для себя, что это классная находка. По времени работает с 8 утра до 8 вечера. Завтраки, ну, я сейчас по времени точно вам не скажу, с 8 до 10, по-моему, а обед с 12.30 до 15.30, и ужин с 6 часов вечера и уже до закрытия. Ну, еще раз. Процесс здесь постоянной ходьбы, потому что отель ориентирован на проживание с детьми. А поскольку с детьми, вы понимаете, детки хотят есть всегда, и это абсолютно неконтролируемый процесс. И, в общем-то, конечно, нужно отдать должное, что здесь создают все необходимые возможности для того, чтобы прийти, поесть, покормить детей. И, кстати, что тоже немаловажно, очень терпимо относятся, вообще ни одного слова, бери с собой, неси в номер, потому что в Турции, вы знаете, часто встречается такое, ай-яй-яй, ничего брать нельзя, все приходят, все набирают, потому что детки есть детки, здесь абсолютная терпимость, лояльность к этому, хотя написано на выходе, что не берите с собой, но это все работает. 8 утра. Все открывается вовремя, вот как я говорил, что написано, что вынос еды из зала запрещен, но это не совсем так. Много столов, я не знаю, конечно, как обстоят дела в течение дня, в течение сезона, но могу сказать, что мы очередей не видели. Доброе утро! Итак, давайте начнем. Джина, горчицы, сгущенки, сметана, кетчупы, это всегда радует. Вот эта группа, я делаю себе часто салат с яйцом и горошком, масло, сыр, колбаса, много зелени. Для нас это, конечно, всегда спасение, овощи. Мы напрасно волновались, то есть и овощей, и фруктов всегда вдоволь. Много салатов, причем салаты не всегда майонезные, далеко не всегда. Кстати, майонезные здесь весьма вкусные. Творог, яйца, творог, это всегда. Запеканки очень хорошие, я их люблю. Блинчики с джемом, ну вот я понимаю, это вещи популярные. Вареники с картошкой и с грибами тоже очень часто бывают. Овощи на пару практически постоянно тоже их берем. Такая важная штука, обед всегда, омлет, какие-то сардельки, сосиски, макароны,
и различные гарниры, потому что не все едят кашу. Что-то на гарнир хочется. Хлопья, молоко, какао. Всегда много выпечки. Я, конечно, ребят, не думаю, что выпечка своя, но бывает весьма невкусная. Бывает весьма вкусная. Хлеб, ну, само собой. Фруктовый компот, это тоже постоянный такой спутник не только завтрака. Кофе. Сразу скажу, что кофе очень-очень приличный. Мы пьем его с молоком, капучино и американо, не за дополнительные деньги, так и есть. Аппарат с соками. Ну, конечно, вы скажете, что это разведенные сахарные вещи. Может быть, но мы Аньке даем, иногда разводим воду. Чай в ассортименте, кипяток. Что немаловажно, опять-таки для нас, мы лимон кладем. Не только в чае, всегда есть лимон. Кашу готовим на воде всегда утром. И еще два вида каш различных. Мы сегодня гречневую и геркулес на молоке. Бывают разные виды каш, то есть, скажем так, ну, ты не устаешь от того, что вот одно и то же, одна и та же каша. Йогурт, мюсли, злаки, снежок, ряженка. Анька у нас сейчас на ночь любит ряженку. Вот пить мы берем здесь. И хлеб. Аппарат с водой. Да. Аппарат с водой удобно. Ну, вот, наверное, по большому счету я показал то, что есть на завтрак. Из такого прикольного Анька все время бегает мыть руки. Потом, наверное, будем вспоминать, это есть мойка для рук взрослая и детская. И Анюта, я пошла мыть руки. И сама ходит мыть руки, для нее это определенное такое, ну, как сказать, развлечение во время наших приемов пищи. Ну, сразу хочу сказать, что огромное спасибо буду говорить несколько раз с девушками, парнями, которые здесь работают, потому что очень хорошая уборка. Но помимо самой уборки, дружелюбно, всегда с улыбкой. Это конец сезона, ребят. Понятно, что люди уже отработали, ого, сколько. Ну, в общем, создают атмосферу. В общем, день начинается, работа ресторана начинается. Я вам показал, как здесь утром. И нужно отметить, что все ориентировано, как я уже говорил, на работу с клиентами, с детьми. Много детских кресел. Сейчас подойду, покажу. И всегда очень лояльно детям креслица, пожалуйста, для кормления. Их просто много. И всегда к детям относятся лояльно. Вот так выглядит завтрак в нашем отеле «Сейбриз». Закончилось время завтрака в нашем отеле. Ну, уже к 11 часам все подходит. Но при этом хотел еще раз показать, что прием пищи не заканчивается, потому что есть запоздалые люди, кто не пришел на завтрак. Вот остался салат. Появились овощи, кстати. Ой, овощи, прошу прощения, фрукты, заговариваюсь. Сейчас очень вкусные апельсины здесь, помимо всего прочего. Но обращу ваше внимание, что будут подносить это не все, что осталось. Это блинчики с джемом, сосиски. Есть выпечка, которую можно взять. Ну, и его... Может быть, даже постараюсь, если время будет, после бассейна забежать, еще раз показать. То есть что-то выносится, что-то подносится, добавляются фрукты. То есть вот если сейчас лежат апельсины и что-то, там появится слива и что-то другое. То есть это не означает, что больше ничего не будет. Ну, вот. То есть, в принципе, все это в нашем распоряжении. Можно приходить, можно что-то брать, что-то подбирать, как-то перекусывать. Даже потом, наверное, зайду, покажу, что появится. Ну, как вам перекус после завтрака, девушка? Поели, поспали. Ну, вот как раз... Апельсины очень вкусные. Кофе с апельсинами великолепно. Анюта выпила сок, съела банан. Ну, очень, как я и говорил, что
неплохо. Да, Лора, конечно, отметила, и это так, что перекус после обеда, он совсем другой. Но давайте не на словах, а на деле проверим, как это будет. Сначала увидим обед, а потом то, что после него. Вот, читай объявление и узнаешь много для себя нового. Завтрак с 8 до 10.30, промежуточное питание 10.30-12.30, обед 12.30-15 и промежуточное питание 15.17.30. Ужин 17.30-20 часов. Я еще хорошо. Не хочу. Да, не хочу. Пойдем. Так что, теперь мы знаем точное время работы нашего ресторана. И, кстати, рецепция. Еще одна важная штука, тоже касается питания и питья в отеле. Кстати, вот если выйти из ресторана и подняться по лестнице, так многие делают, можно посидеть на открытой террасе, та, которая у большого бассейна. Здесь действительно уютно. Конечно, это больше зона бара, но ее используют люди как на то, чтобы поесть из ресторана, из обычного. Постараюсь переключать музыку. На баре можно здесь заказать алкогольные напитки. Это все история платная. А можно заказать помимо напитков. Сейчас подойду и покажу вам. Заказать пиццу и роллы. Врать не буду, мы не заказывали никогда. Но, как я узнал, это все делается прямо у нас тоже на нашей кухне отельной. Стоит каких-то денег. Пицца по 700 рублей. Роллы, классические роллы 100 рублей. Наверное, штука, не знаю. Сеты по 900 рублей. Большой сет 1100. Ну, скажем так, все это относительно... Сеты 350-380, Филадельфия 470. В общем, заказываешь, тебе это дают. Также есть бесплатные напитки здесь, но не бегать, чтобы от бассейна. Тот же самый аппарат, который стоит в ресторане. Также можно взять кофе с тем же выбором напитков: американо, капучино с молоком. Налить в бумажный пакет или в чашку, как вам нравится. Ну и, конечно, вожделенная штука – это алкомат, к которому вечером стоят пробки. То есть ставить стаканчик, в центр приложить браслет, выбрать напиток и насладиться вкусом. Что тут? Ну, тут, по-моему, начинается с 11 часов. Ребят, один раз я показывал зрителям телеграм-канала, как это все работает. Больше мы не брали. В общем, все. И пиво здесь, и белое, красное вино, сладкое, полусладкое. После 5 часов водка и какие-то наливки. Ну, в общем, для любителей алкоголя тут, так сказать, вожделенный алкомат, который бесплатно наливает. Единственное ограничение два напитка вот по этому браслету, если его приложить. А, ну давайте покажу. Белое полусладкое, красное полусладкое, пиво темное, лимонад, пиво светлое, белое, сухое, красное. Два напитка раз в 7 минут. Ну, я думаю, что это, мягко говоря, более чем достаточно. Кто хочет согреться или охладиться в зависимости от напитка здесь у бассейна, ну, наверное, этого более чем хватает. Даже такая возможность взять какие-то напитки у нас и пиццу, если уж не хочется, скажем, привычные, уже ставшие привычные, как у нас за 10 дней, еду из ресторана, можно заказать пиццу или роллы здесь. Уже 12.30, время пробежало. Я пришел показать обед, пока людей не так много, только начинается. Конечно, эта вся история никуда не девается, напитки и прочее. Давайте смотреть, что на первое. Сметана, бульон куриный, Анюта у нас постоянно ест бульон, суп полевой. И выглядит весьма аппетитно, правда, кто-то положил неаккуратно. И солянка. Вы знаете, то, что касается супов, прямо... Всегда сухарики, тоже Анька с бульоном пристрастилась. Первое блюдо великолепное. Кстати, слушал разговоры очень много людей.
кто сопоставляет с Турцией, что всегда можно что-то поесть. Есть супы. А, про Испанию еще был разговор, тоже люди говорили, а помнишь, в Испании раз в неделю были супы, и мы ждали их как с таким вожделением. Здесь все с этим намного проще. Так, давайте посмотрим, вернемся к этой группе. Ну, кетчуп и сметана. Острый перец. Чеснок, пожалуйста, да? Это то же самое. Овощи. Зеленок, различные луки, перцы. Это все присутствует. Кефиры, ряженки никуда не делись, переместили сюда. Как я говорил, салаты всегда очень интересные, классные винегреты. И вот даже майонезные, не столь любимые мне, они бывают, и они очень-очень неплохие. Соленья различные, кстати, тоже бывает. Меняется вся эта история. Почти каждый день арбузы, дыни, иногда раздельные, иногда вместе. А рыба на обед бывает каждый день, ну, различная. Сейчас сайда припущенная, рагу из свинины. Куриные крылышки. Мне нравится, что делается все в духовке, все нежирно. Котлетки. Это даже Анька не старовые. Очень много. Это практически ежедневно, да? Ежедневно, просто разный состав. Овощи запеченные. Тоже вкусно, диетично, классно. Картофель отварной, да? Картошка на юге вкусная, что тут говорить. Макароны. Дети без макарон никуда. Пшеничные, рисовые, гарнир. У нас яблоки, кстати, очень вкусные. Но хотя и сливы в этом году удались, что-то говорить. Сливы еще желтые, бывают практически каждый день. Вот Анька за уши не оттянут. Персики, такие нектарины. Ну и сладкое, да. Кетки, меренги, пирожные, кагулеты. В общем, кто хочет вдарить по калориям, пожалуйста, тоже есть такая возможность. Фруктовый компот постоянно, он и на перекусы, и на все другие приемы пищи. Вот, вот, в общем-то, и показал то, чем можно подкрепиться в обеденное время сегодня. Ну, еще хочу обратить внимание, очень классно работает коллектив здесь. Как и убирают хорошо, так и подносят. То есть чего-то не хватает, раз тут же приносятся свежие поддоны. То есть нет такого, что закончилось, сидим голодные. И вот, кстати, тоже мы хотели поехать в другой отель, почитали отзывы, что там с едой люди в драку, еды не хватает, и как-то решили, что нет, еще бегать и решать проблемы эти не стоит. В общем, обед тоже достойный, на мой взгляд. Ну, всегда у нас без нареканий еда, собственно говоря, в том числе. Поэтому, конечно, и решили показать, потому что, во-первых, кто-то может собраться в этот отель, а во-вторых, для кого-то вообще российское все включено, оно еще пока непонятно, как и для нас было до этого года. И больше опасений, ну и непонимания, как это все работает. Работает нормально. Сейчас показал вам, вернусь в номер, соберемся. А погода уже, несмотря на 20 мая, хотел сказать, господи, Олег Евгеньевич, на 20 сентября распогодилось. Сейчас гляну на термометр, скажу, уже, наверное, за 24 градуса. Уже весьма-весьма, после обеда точно пойдем на море. Но нам еще предстоит с вами посмотреть, что на послеобеденный перекус, что на ужин. Так что не выключайте ваши воспроизводящие девайсы. 16:04. Обед закончился, а кто-то у нас проснулся, да, Анютка проснулась, девочка. Я-то проснулась. Да, только что проснулась. И, конечно, мы пришли на перекус, заодно покажем вам, что у нас на перекус сегодня. Пожалуйста, салат с ветчиной, виноград. Виноград выглядит очень неплохо. Обычно вот много, но все-таки детки, много всевозможных слоек с мясом, с абрикосами, сыром и прочее. Привет, Лора. Привет. Пользуются огромной популярностью, не успеваю носить все время картофель фри. Ну, понятно, дети, да, это такое, может быть, не самое правильное, но все-таки пользующееся спросом блюдо. Пельмени, тоже пельмешки, ну, и вот еще раз
большом количестве свойки, малина, черная смородина, клубника, вишня, самса. Не обращайте никогда внимания. Ну, и, так сказать, вкупе со всеми компотами, напитками, которые никуда не деваются. В общем, это и есть перекус. Правда, о, даже лайм появился вместо лимона. Вернее, вместе с лимоном. Обычно бывает больше фруктов, скажу вам честно. То есть, как-то там яблоки, что-то еще. Ну, может, пока не успели вынести, но ну, есть виноград. Сейчас, не знаю, наверное, перекусим немножко. Пойдем активничать в бассейн. И хоть наш сегодняшний сюжет о еде и о питании в нашем отеле Сибрис. Да, ну, давайте все-таки не забудем, что отель находится на море. Море находится в славном городе Анапа. Сегодня 20 сентября. Да нормальная водичка. Конечно. Чисто. Посмотрите, как чисто. Вообще офигенно. Нет, не офигенно. Впереди большая Анапа. Там мы гуляли вчера. Кто не смотрел этот сюжет, посмотрите. Конечно, впечатляет нынешняя Анапа. А у нас в наших краях, на пляже нашего отеля, все достаточно тихо. И несмотря на 20 сентября, я считаю, что много людей. А почему нет? Тепло, тепло и воздух теплый, и море. Как вы видите, чисто. Но почему не приехать? Почему не остановиться здесь? Ой. Слушайте, ну, на самом деле, вода прям притягивает. Не холодно. Я ожидал, что будет намного холоднее. Предыдущие дни было прохладнее. Сейчас просто класс. Я думаю, завтра придем купаться. Море замечательно. Много моря, немного пляжа, масса отличного настроения. И обратно в наш отель. Опять жрать. Нет, опять есть. Опять снимать сюжет о питании. Все включено в отеле Сибриз, друзья. Мы не едим, мы только показываем еду. Ну и что нужно в конце прекрасного дня? Конечно же, хороший ужин. Я пришел к началу всего этого действия. Вечером тоже каша, потому что детки. Вот смотри, пшеничная каша. Это не то же самое, что было с утра, поверьте мне. Все горячее. Каша Геркулес на воде. Все время акцентирую, что и утром, и вечером есть на воде. Куриный бульон. А, горяченький. Это то, что любит наша Анюта почему-то и днем, и вечером, и ночью. Сейчас вот полюбилась ей так здесь. Давайте посмотрим, что здесь. Ну, уже традиционные овощи. При этом не забываем, появился кисель, помимо йогурта, пряжа, кефира. Салат витаминный, легкий, приятный. На ощупь салат оливье, соленья, те же самые наши любимые виноградины. Это, по-моему, что-то здесь пока еще нет обозначения. Я рано пришел. Куриные пупочки, запеченная курица, вкусно очень. И точки, не знаю, мясные, конечно же. Очень вкусно, пахнущее. Я даже на улице ощутил это. Ну, вы помните, как это называется? Пюре. Конечно, это гарниры. Гарниры опять это свежие. Вот сейчас уже более похоже. Яблоки, сливы, персики, все, что у нас эти дни есть. Ну,
Ну и также, конечно, на сладкие стол эти самые перекусы, которые были, никуда не деваются. Слойка с малиной, слойка с черной смородины. Ну, вот эта история утренняя, очень нравится мне здесь запеканка. И она тоже, если забываешь название этого блюда, вспомни слово «ленивое», голубцы уже сами себе придут на ум. Ну, говорю еще раз, я прихожу сегодня пораньше, ну, чтобы меньше как-то будоражить людей своим присутствием, камерой. Обычно все заполнено, я уверен, что еще блюдо вынесут. И вот тоже, конечно, хорошо бы прийти позже и показать, что нет такого, знаете, что закончилось, заканчивается, что-то опять выносится, все время пополняется. Детский отель, вы понимаете. То есть за этим очень внимательно следят, но они как-то все создают в целом хорошее настроение. В общем, ребят, сказать по правде, уже прошло 10 дней нашего «Все включено». Мы, товарищи, привередливые достаточно, любим готовить сами, но, конечно, хочется разнообразия. Это в любом отеле, какой бы он ни был, с прекрасной экзотической кухней, там, не знаю, мега какой-то космической, у тебя уже там на концу второй недели начинается уставание, привыкание, и ты хочешь домашней яичницы, но это у нас, не знаю, как у кого, у нас именно так. Но здесь в целом, в нашем Сибризе, питание достаточно диетическое, во многом вкусное, и вот мое впечатление, еще раз, я начал репортаж с того, что сказал, что были у нас серьезные опасения, ребят, когда мы ехали, первый раз на российское «Все включено», такое вот сжималось внутри, а что нас на этом «Все включено» ждет. Оказалось все очень-очень неплохо. Надеюсь, сегодняшний сюжет как-то вам дал представление о кухне в нашем отеле. Надеюсь, нам удалось передать настроение не только приема пищи, нашего обжорства. Ну, я говорю, конечно, шутя, мы старались есть умеренно, а как-то в целом ощущение приятного отдыха. И еще раз готов 10 раз сказать, удивила больше даже не еда, а работа команды. Душевно, с улыбкой вот зашел, а почему не на своем месте, а где семья и так далее, и так далее. Это, конечно, подкупает, и даже не во всех зарубежных отелях это так. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, было полезно, надеюсь, было в чем-то информативно, не только наше болтание. Всего вам самого наилучшего. Отдыхайте. Отдыхайте на курортах нашего Краснодарского края. Отдыхайте на других морях нашей страны. Ну и не только, конечно, по возможности. Всего вам самого наилучшего. Мира, добра, позитива. И пусть каждый ваш день будет вкусный и добрый. Пока, друзья. До новых встреч. Небольшая ставка ради исторической справедливости. Мы пришли есть около 7 часов. Прошу обратить внимание, что появился холодение, ничего не пропало. Все салаты на месте. Появилась скумбрия запеченная, правда, ее съедают, впрочем, как все остальное. Но еще раз хочу обратить внимание, съели. Поднесли новый поддон, то есть пустующих поддонов особо не бывает. Первое закончилось, сейчас ребята отнесут, покажут и все помогут. Только что не было слив, персиков, все принесли, все положили, вот так это работает. Так что даже ближе к окончанию работы ресторана голодными вы не останетесь.